Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Мы живем в станице Геогинской на Кубани, Республика Адыгея. Вот. Сегодня 10 марта. Ну, холодно, холодно. Февраль был теплый. А сегодня март, и прям снег вчера был сильный. Он еще прям такой, знаете, вот сейчас вот он тает. Вот такие вот льдинки. Сегодня с утра стоек такой снег налить оттряхивала. А то жалко, вон санталина вся развалилась. Развалилась. Но ничего. Все нормально будет. Да, Пуша? Скажи всем привет. Вот. Но все равно растения стоят стойко. Ждут настоящей весны. У нас еще в конце марта будет весна настоящая. Нынче немножко припоздала. Да, Пуша? Скажи что-нибудь. Да, расскажи, как? Когда весна начнется? Скоро, да? Ну ладно, будем ждать. Нарциссы не боятся. 8 марта снег был, 9 снег, они даже все в снегу были. Вот сейчас вот нарастаял, вот у них такие вот уже бутончики. Но скоро расцветут. Вон, гиацинты набирают цвет уже. Вот этот, не помню какой, по-моему, фиолетовый, а вот этот у меня сортовой белый. Очень красивый. Это мне еще дочка, по-моему, год назад дарила на 8 марта. И вот мы высадили. И вот он опять будет радовать в этом году. Маргаритки хоть бы что. Ни снег, ни мороз не страшен. Вот все краше и краше. Вон какая красотка. Цветет. Это показались у нас такие подснежнички, ветреницы. В том году пораньше было. Вот в этом году такая весна затяжная. Вон какие красивые. Беленькие. Подснежничками их называем здесь. Да? Ой, ты подснежник, ты мой тоже. Вот ты моя хорошая. Да-да. Кизил вовсю цветет. Я думаю, ему не страшно был этот заморозок. Ну, кто знает, посмотрим потом, как отразится на ягодках. Вот весь красивое такое дерево, солнечное. Сейчас вот пасмурно, но оно прям действительно как солнышко. Батон у меня. Нет, это не батон, это лучок такой, похож на батон, понежнее. Вот. Прям весь окреп, такой зелененький. Рви меня, не хочу, в салатике, в супчике. Петрушечку, вот листву я пока не убираю. Пусть она будет так прикрыта. А то сразу же земля немножко и высохнет. А так все-таки и влагу сохранит, и потеплее ей будет. Здесь у меня росли перцы. Вот мы осенью с парка принесли много листвы. И вот потом немножко перекопаем. Вот она практически вся уже перегнила. И будет удобрение. Давайте зайдем с нами в мою теплицу. Скоро уже в конце марта буду сюда цветочки свои. О, тепло, однако. О, горчица. В том году горчицу садили. Как на сидират. О, здесь что у нас творится. Вон она уже цветет, горчица. Надо будет все перекопать. Тоже я листву сюда кидала. Вот. Ой. Перекопать ее, и пусть она будет мульчировать будет эту землю. О, какая сочная зелень. Пуша. Так. Вот у нас контейнера здесь у меня для цветов. В том году Валера с Колей. Коля сварил нам, Наташин муж. Такие вот стойки. Я сюда буду складывать вот эти контейнера, а в них цветы. Очень удобно. В том году у меня также было. Еще пушку поставим, чтобы ночью будем ее включать. Она будет тепловая пушечка такая, она будет обогревать. Прям хорошо, можно 20, даже 25 градусов она обогревает. А здесь у меня живучка в том году осенью садила. Вот она. Потом буду пересаживать. О, даже уже начинает свисти. Ну, конечно, ей здесь тепло. Вот она.
Надо пересаживать ее в побольше в горшочке. Уже корни весь горшок заняли. Вот, а потом я ее буду по огороду рассаживать. А это что у меня здесь такое? Так, это трава. А это... Ой. Уже даже листики дал. Это барбарис. Красивый красный барбарис. Я его садила. Вот, скоро сейчас потеплеет. Буду здесь порядок наводить. Теплица такая у нас приличная. Ну, не сильно большая. Ну, для нас хватит. Хватает нам здесь. Там огурцы мы выращиваем. Огурцы у меня в том году только в теплице в основном мы были. На улице что-то зачахли, завяли, заболели. А в теплице мы с 10, нет, даже с 8 кустиков собирали. И насолила, и наелись. Очень много огурцов было. И вот нынче тоже хочу посадить их пораньше. Потом еще подсадить. Что, Пуша, тепло здесь? Ну, пойдем отсюда, пойдем. Да, да, выходи, выходи. Не хочет. Ой, не хочешь. Ну, надо, пойдем. Это у нас такой уличный туалет. В том году приезжала тетушка из Новосибирска. Она художник. И вот она нам такой вот туалет сделала, разукрасила. Веселый. Вот так вот сейчас более со стороны полностью эту лошадь видно. И хвостик у нее, и вся в яблоках. Ничего, за зиму краска вроде не облезла. Он улыбается всем. И го-го поет лошадка. Клубничку снег запорошил немножко. А ничего, день-два, и все опять растает. Вот у меня такая плантация клубники. Не маленькая, достаточно. Там у нас малина. Мы ее вырезаем полностью, малину. Она ремонтантная, вырезаем ее осенью полностью. Вот она уже должна... А пойдемте посмотрим, может быть, там уже всходит даже малина. Вон уже малина появляется, росточки. Вон они кругом, кругом лезут росточки зелененькие, молоденькие. Это у нас желтая малина. Попробуем нынче мы несколько ягодок всего. Она молодая, пробовали, но очень вкусная, таким с ананасовым вкусом. Вот. Оставили несколько веточек старых, чтобы на них ягодка быстрее была. Попробуем. Вот. Здесь мы еще участок в том году вскопали под малину. Была ежевика, но что-то ей здесь не очень. Вот. И посадим малину. Тоже листвой все уложила с осени. С осени. Вот она уже вся перегнила. Листва. Вот у нас за огородом парк. Так. О, чеснок дружно, как у меня зашел. Осенью садила. Тоже укрывала его листвой. Он и как удобрение, и как мульчи. Ну, ровненько взошел. Буквально вот я ходила, смотрела. Недели две назад или неделю не было ничего. А это вот прям... О, правда, весь зашел, да так дружно. Все большие мои две грядки. Ну, ладно. Расти, чесночок. Я думаю, что ему холодно не будет. Он сейчас вот еще снежком припорошенный. Нормально. Деревья наши персиковые. Здесь вот в основном персики, персиковые деревья. А, он еще две яблони стоят. Да. Вот. Площадка наша под бассейн, который мы в том году сделали. Будем здесь... бассейн ставить. У нас большой. 4 на 2,5 метра. Это 10 кубов. Газончик мой самодельный. Снежком тоже припорошил. Так, здесь барбарис. Нет, барбарис еще... А, нет, уже есть почки. Вот особенно внизу. Вон уже листики такие появляются. Красненькие, маленькие.
Вот и барбарис уже начал свою вегетацию. Тоже листики. Ну вот, все растет, все своим чередом идет. А читок уже у меня, он какой, розочки какие у него уже большие. Красивые читок, я люблю их, неприхотливые они. А это свирея. Вон уже тоже у нее листочки показались. Красивая. Ее, она цветет, подстригаешь, она опять цветет. Хороший кустарник. Красивый. У меня их несколько видов. Потом буду все показывать, свою красоту. Вон даже уже персики набухают. Почки у персиков. Вон какие красивые. Ух, они красиво цветут розовым цветом. Пока не торопитесь, давайте, не торопитесь цвести. Ну, даже у инжира я уже почечки обнаружила. Прям на самых макушечках. Такие зелененькие почки. Ну-ка, черешню посмотрим, наши молодые деревца черешни. О, какие почки. Вот это вот все цветочные почки. Потом ягодки на них будут. Красиво. Она поздняя черешня, но очень вкусная. Все-таки инжир, конечно, дерево великолепное в своем цвету. Очень красивое. Там нарциссы под деревом растут. Морозники, но они еще молоденькие у меня. Года через два покажут свою красоту. Медуница, несмотря на холод, вон какие у нее разные цветочки красивые. Вообще кустик, это сейчас такой вот он с зимы некрасивый. Листья у него очень красивые, они украшают все лето сад. Тюльпаны прям грядой стоят. Есть красивые тюльпаны, высокие. По полметра. Яркие, желтые, красные, крупные тюльпаны. Это мне травка нравится. Она потом такая яркая, солнечная. Здесь вот будет у меня целый бордюрчик. Они разные. Красные я вот так специально посадила, чтобы они были разных, разной формы. Разновидности тоже. У меня они сейчас такого цвета, потом позеленеет. Тоже отчиток красивый. В том году садила. Посмотрим, как он будет себя вести. Я уже осенью садила. Но он хорошо разросся. И еще мне очень нравится отчиток. Сейчас покажу поближе. Вот красавец какой. Немножко снегом его. Вот, ничего, выпрямится. Красивый. Знаешь, не боится, всю зиму стоит такой вот. Ну, туйки вроде тоже нормально перезимовали. Такая вот овсяница всю зиму стоит зелененькая. Это вот можжевельник принц Уэльский. Он маленький такой можжевельник, стелющийся. Здесь вот все заполнит, будет очень красиво. В том году только посадили. Еще все молоденькое. Ну, спасибо, что были со мной на прогулке. Да? Скажи всем пока-пока. Уша. Да, скажи пока-пока. Пока всем. До свидания. Будем следить за преобразованием природы. Пока-пока. До новых встреч.